у каждого в жизни были какие-то сложные периоды. Когда на душе нет мира, солнца, счастья, наш эмоциональный фон очень гасится. Тебе нужно встать и дальше идти. У тебя что, не забрали руки и ноги и голову твою? Любые сложности даны для нас, для того, чтобы мы стали лучше. Главное поставить цель, к которой ты идешь, а то, что происходит параллельно, это уже мелочи. В моем теле, в моей жизни хозяин я. И когда ты с собой честен и отвечаешь сам себе на вопросы и двигаешься дальше, ну, трушного как бы роста не может быть по-другому.